Место встречи все тоже – Леневский центр профессионального обучения. Здесь ежегодно встречаются молодые повара – те, кто уже начал работать самостоятельно, и те, кто еще только учится кулинарному искусству. Сначала конкурсанты письменно отвечают на вопросы – тест небольшой на знание теории. Затем все переходят в лабораторный корпус. Практика начинается с подробного инструктажа. Если у каждого у вас на столе есть весы, поэтому все взвешиваем. Кто лучше всех управится с кухонным ножом и половником? В борьбу вступили молодые повара. Это студенты Леневского и Искитимского центров профессионального обучения, а также представители рабочей молодежи, повара 3-й и 4-й Леневских школ. У них сегодня предоставляется возможность свои профессиональные компетенции сравнить с другими участниками, сделать для себя выводы и стремиться к достижению поставленных целей, к росту профессионального своего уровня. Одинаковое задание, одни и те же наборы продуктов. На готовку блюд 3 часа. Все участники конкурса в равных условиях. Самые прозорливые захватили с собой любимый инвентарь, чтобы было сподручнее. Думаю, что у повара должен быть нож, которым он работает всегда. Поэтому я привыкла к одному ножу, другими вообще не пользуюсь. Надежда работает поваром 10 лет. В будни ежедневно готовит завтраки и обеды на 750 человек. Молодой повар признается, в школе готовить проще. Там не до изысков, главное, чтобы блюда были вкусные и полезные. К сегодняшнему конкурсу нарочно не готовилась. Чего не скажешь о других участниках. Ребята из Искитимского центра профессионального обучения фаршировать рыбу тренировались загодя. Получилось неплохо, но впереди новые трудности. Не знаю, наверное, все-таки из желе. Потому что надо... Рыбу можно сделать, но, мне кажется, желе все-таки... Его надо как-то по-особому украшать, поэтому оно посложнее будет. Фаршированный судак, салат оригинальный, трехслойное желе. Все должно быть вкусно, выверено по весу и красиво оформлено. Студентка Леневского центра профессионального обучения Марина Карепина в своих силах уверена. Да ничего сложного нету, главное терпение и не волноваться. И действительно, уверенность в своих силах Марине пригодилась. Звание лучший повар среди молодежи района досталось именно ей. А ее однокурсница Маргарита Ельченцева заняла 3-е место. На 2-м – повар Леневской школы номер 4 Надежда Перминова. Так вышло, что все лучшие молодые повара этого конкурса учатся и трудятся в рабочем поселке Ленево.